И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World. Все также на операции. Короче, у меня сейчас даже вот открою текстовый документ. У меня текстовый документ. Если вы что-то знаете, что нужно еще сделать по операции, напишите в комментариях. Потому что, честно, не знаю. Но у меня по факту осталось жнец. Ресурсы для входа к боссу и 3 раза посетить босса, потому что, как я уже сказал, я хочу посетить гамма, бета и альфа. И сейчас у меня есть 2 варианта. Первое — это попробовать притомить жнеца, либо за ресурсами к боссу сгонять. Я думаю, сгонять за ресурсами к боссу. У меня нету свободного времени вообще, поэтому за кадре идет в кадре, поэтому она в кадре теперь, а не за кадре. Вот. Как минимум для бета я точно соберу. Альфа-чей я ни одного альфы не увидел на этой локации. На этой карте. И это основная проблема. Мне нужен альфа-рипер кинг, альфа-каркинус и альфа-василиск. Как минимум в одиночном экземпляре. Если я их найду, то пойду на альфа, это точно. Если не найду, то будет жопа. Вот. Ну, а для беты, думаю, проблем не составит. Это чешуя Василиска, яд безменного, феромонные железы жнеца и первоскального дрейка. Ну, перьев у меня полно, все остальное будем собирать. Поэтому сегодня побегаем по локации, поищем чешую Василиска и альфа Василисков. Что-то когда где уже вот так потусуемся. Каркинус, возможно, тоже потусуемся. Опять-таки же, я зачищал реку с каркинусами. И, ну, как бы не появились там. То есть неоднократно зачищал. Вот. Но как-то сложно. Причем, я думаю, Василиске будет еще сложнее найти что-то где. Но я знаю, что они точно спавнятся вот здесь вот. И спавнятся они в довольно-таки немалом количестве. Отлично зацепился. В немалом количестве они здесь спавнятся, бегают. Альфача найти легко, то есть у него красные партиклы будут вокруг него, то есть в этом плане, то есть обязательно полностью весь красный. Я даже один раз попутал, смотрю, Василиск весь красный, нет, красных партиклов нету вокруг, значит, это не альфач. Вот, и вот, в общем-то, такая вот беда. То есть, по сути, сейчас мне единственное, что нужно, это вот это все. Почему сегодня пойдем потусуемся за крабами и за Василисками? Потому что в следующий раз я попробую совместить поиск жнеца и, ну, точнее, томление жнеца и фермерные железы. Вот, то есть попробуем уже с ними. А что, когда, где? То есть либо это будет в следующей серии, либо в следующей серии пойду на гамма Роквелла. Что я хочу попробовать, не просто сходить на гамма Роквелла сначала. Блин, реально нет ни одного Василиска, какого фига? Они постоянно тусуются в большом количестве, но чего-то нету. Либо пойду на гамма Роквелла. Не, точнее, не так. Я хочу пойти на гамма Роквелла сначала на скальном дрейке, все как положено. Потом я хочу попробовать пойти в рукопаху. То есть у меня будет дробовик, у меня будет броня и все. То есть я хочу попробовать вот так сходить. Так, корзина для рыбы. Ну, отлично. Ну, спасибо. Корзина для рыбы — это самое то, что нужно найти, что я бы хотел найти в синем дропе. Что-то, короче, мне... О, Василюка! 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 Василюка, иди сюда! Вот, Василюка вылез, отлично! Мне ваши шкурки нужны. Шкурка дропнулась, шкурка отлично. Погнали. Очень проблематично на операции в этом плане. Здесь
многоуровневая, то есть структура. Это не как, допустим, остров, это не как любая другая карта, где уровней не так уж и много. То есть максимум ты обычно находишь 2, ну 3 уровня. То есть это вот, допустим, скала, что-то посередине и вниз. Ну и то это не везде. Здесь практически везде идет многоуровневая. И это немножко затрудняет поиски. О, елошара, у меня же есть прекрасная штука. Васи... О, 92-й где-то. Да ты серьезно? Да ты серьезно? Я там же был. Ну-ка, погоди. А, не, здесь как раз-таки я не был. А, есть смысл полностью все зачистить? Если уж на то пошло. Есть реально в этом смысл? Э, алло, проснись. Вот. Поэтому, возможно, я сейчас... Вот, опять-таки же, почему здесь? Потому что здесь их очень много мест спавна. Поэтому, как вариант, я сейчас все зачищу здесь. И посмотрим, что здесь у нас наспавнится. Посмотрим, посмотрим. Ну-ка, для начала. Вася! Эй, Вася, Вася! Не, Васи нету. А, Аль... Не, Альфа нету, а Ау... Тоже не судьба. Ладно, позачищаем. Чуть-чуть точку за кадром. Сейчас вот бегаю, зачищаю и вспомнил, где я самый первый раз, вот прям там, самый первый раз заспавнился на операции. Я где-то вот в этом месте заспавнился. Да, потому что я помню, был такой уклон, была очень близко стена. Вот, и я заспавнился где-то вот в этом месте. Потому что когда я спустился чуть пониже, то здесь я уже увидел вот этот вот подъем. Вот, и да, вот где-то вот с этого началось мое знакомство с операцией. Зачистка. Что нам дала зачистка? Честно? Да ни черта. Рапторы появляются, вон тег-диносы появляются. Все. То есть, нет, какие-то плоды-то от этого есть, но толку-то от них. Нет, Васьки нужны. Васяры. А нету. Вот. Вот. Вот такая вот фигня. Вот они, здесь я тоже всех зачищал, вот они все по-новому-поназаспавнились. Но толку-то нету. Спавнится прям реально какая-то мелочушечка-мелочушечная. И это проблема. Кстати, здесь и без этого их обычно не сильно-то нет. Поэтому я сейчас думаю, надо будет по базе посмотреть. Это вот мои сборщики газа. Сборщики газа, что вы мне скажете? 213, ну тоже пойдет. 212, 213. Неплохо, неплохо, неплохо. Сейчас нужно будет посмотреть по этим. Опять надо все покидывать лишнее. И урон. Все, 5000 вкачал, здоровье 50 тысяч пойдет. Ну вот, и урон. Сейчас буду только урон качать. А, посмотрю, где у них спавн получше, и пойдем, может, туда, может, там повезет. Потому что здесь я всегда реально знал, что здесь дофига спавн. То есть они дофига здесь всегда спавнятся. Вот реально, когда они не нужны нафиг, то здесь много. Какого черта сейчас их нету? Я не знаю. Ну да ладно. Что поделаешь? Что поделаешь? Так, ну-ка еще разочек. Вася! Нет, Васи нету. Вася! Вася он такой. Он не приходит по щелчку пальца. Вася он ждет, когда к нему сами придут. Да. Ну, мы придем к ним. Угу. Ну, плохие новости. Там, где я тусовался, да, там точка спавна, и я все-таки был прав. Но плохие новости в чем? Они везде спавнятся дерьмово. Так, зато электроника, все дела. Везде они спавнятся дерьмово. И там, где я бегал, они спавнятся точно так же дерьмово, как и в любом другом месте. Хорошо, они, точнее, так же дерьмово они спавнятся вот там чуть ниже внизу, собственно, я их там замечал. Также дерьмово они спавнятся вон там в лесах, ну там вообще несколько уровней, ну как бы попробуй найди. И
озером. Но вон там вверху озера, где я собирал жемчуг, то есть они тоже там спавнятся. Попробуем убить двух зайцев за раз, побегаем вверху около озера, так как там будет и Каркинс, и Василиски. Вот, поэтому как бы в этом будет огромнейший смысл потусоваться и там, и там. Ну, здорово, здорово, братва. Чё, как? Как сами? Ну, бывайте. Да, опять этот долбанный фонтан лагающий. Чёрт, блин, чё ж мне от него так колбасит-то сильно и лагает. Ну, что поделаешь. Погнали туда. Так, вот примерно где-то здесь они должны спавниться. То есть на берегах, везде, то есть вот в этом, мать его, большом квадрате. Примерно от, то есть по ширине от 30 до 50. И по высоте от 30 до 10. Ну, вы поняли, да? Какой объем? Мне нужно патрулировать и все в таком духе. Причем они, ну, Каркинос, они еще и под водой вообще могут, например, быть. Что вдвойне означает жопу. Хотя будет смешно, если я в итоге Альфа Каркинос найду быстрее, нежели это. Василиска, за которым я, собственно, здесь тусуюсь. Изначально, скажем так, пришел. Ну, да. Каркиносов здесь в целом больше, что логично. И, соответственно, больше шансов найти именно их здесь. Да, еще эти спины тоже чувствуются. Ну что? Придется искать. Придется бегать. Я не знаю, сколько я времени на это дело потрачу. Но сколько-то я потрачу, если уж на то пошло. То есть, по факту, мне нужно вот тусоваться вокруг этого озера. Я не знаю, как здесь Василиски спавнится, учитывая, что это вода, и я здесь Василисков ни разу не видел. Но, да бог с ним. По крайней мере, Каркиносов я точно тусуюсь, поищу. Если что, за Васьками нужно будет загонять в другое место, ниже по карте, на вот там найду. Такс. Не очень, я бы так сказал, весело. Можно жемчуг, кстати, заодно подлутать. Так вариант, все равно же я тусуюсь, почему бы нет. Вот, а жемчуг-то собака нужная. С жемчугом вообще беда конкретная. Только вот пира немного. Это такая маленькая проблема к бонусам. Ой, всплывай давай. А чё там наверху? А там наверху ничего нет, они там не могут заспавниться. Наверное, надеюсь, что не могут. О, а чё за фонтан? А чё туда сгонять? Дно! На дне только я. Ну что? Поищем, покопаемся, пошаримся. Но сначала хочу вам показать фонтан, и что здесь? Здесь ни черта. Ни черта? Да, ни черта. Кроме прикольного места под постройку. К примеру, на PvP сервере. Как вот что вы скажете об этом месте для PvP сервера? Не, я когда-нибудь, возможно, и доберусь до PvP. Возможно, не факт, но все же. Но что вы скажете насчет PvP сервера и постройки вот здесь, в этом месте? Не, это я реально спрашиваю, потому что интересно такое место. Ой, да пошел ты в жопу, ты уже мне несколько раз уже это говорил. Козел. О, да! Обошел пол карты и нашел первого Василиска. Ну, как пол карты. Ну, в общем, вы видите, где я нахожусь. Сейчас я трубу отправлю. Я обошел вот это озеро, вот сюда наверх забрался, и теперь вот здесь нахожусь. И вот он, первый Василиск. Да уж. Не густо здесь с ними. Да и искать их намного сложнее. О, ты что, вылез? Что, турной, что ли? Обычно не вылазит. А я и не против.
Но реально с ними очень не густо. Беда, беда, что поделаешь. Так что там, а, ури. Прям конкретная беда. Походу дела, я лучше назад вернусь, там больше шансов найти Васюков, чем здесь. И что такое? В итоге поиск Дрейков у меня. Ой, Дрейков, господи. Поиск Васьков у меня перетек плавно в убивание каркинцев. Причем на дне. Я не знаю, они реально не спавнятся нигде, меня уже начало это бесить, я решил поплавать. Тем более там два каркинца подряд попались, и я решил, что ну почему бы не поплавать, че, норм тема. Это же клёво. Водичка, все дела. Я не знаю, где что как, но Васьков здесь мало. А, погнали, короче, обратно. Потусуемся на том месте, где. Да, я там еще одного потом Васька нашел. Да. Может, я не помню, показал я это или не показал, но, в общем, прям перед паузой я нашел Васька. Проблема по-другому, только у того первого Васька я не залутал чешуйку, так как она дропнулась от перевеса. А где он находится, я без понятия. Вот. Но это все фигня. Так, погнали обратно. Да уж, спустился вниз. И что вы думаете? Здесь я каркинусов встретил намного больше, чем Василисков. В смысле, здесь я уже убил штук 5 каркинусов, но Василиска ни одного. Да, и такое бывает. Я не знаю, с чем это связано, но... Это кошмар. Это реальный кошмар. Я уже устал. Я прям устал. Бегать. Время, можно так сказать, на игру. И в целом на сегодня у меня уже заканчивается, а я найти не могу. Даже простых Василисков по-нормальному найти не могу. Это кошмар. Ну-ка. Да давай уже жми, мать твою, козел. Порой не понимаю, из-за чего так-то не срабатывает. И прямо что-то... Когда время идет и неумолимо, скажем так, вперед, а ты не можешь что-то сделать, это прям это самое отвратительное. Ай, ё-моё, я не знаю, я прям реально не знаю, что делать. Уж не говоря, от Кархинов я думаю, я найду Альфача. Да, потому что они, я их убиваю всегда много, и все в таком духе, то есть их найти легко и так далее. Василиска, я прям даже сомневаюсь, что я найду. Простых-то я найти не могу. Уж не говоря о Альфаче, который еще нужно как-то умудриться, чтобы он заспавнился. Да, как-то вот, да. Wow. Я не знаю, что делать. Ну ладно, еще немножечко побегаем, поищем, поглядим. Может, хотя бы Альфа Каркинаса тогда, не знаю, найду. Ну хотя бы, знаешь, типа это, типа хоть кто-то. Вот, добрый вечер. Стоишь ты здесь. Давай, вызывай своего Альфа брата. Да уж. Это первый Василиск за, не знаю, за очень даже не знаю сколько времени. Это просто кошмар. Это прям реально кошмар. Я не знаю какого фига, но прям реально очень с ними все плохо. Ну ладно. Thanks.
Такс. Да, это чтобы, короче, не выкинуть сразу же. Надо все скидывать. Потому что я задолбался, я уже столько полимера выкинул. Я, наверное, столько полимера только на Extinction не буду выкидывать. Потому что там будет дропаться гадость с этих с контуженных. Thanks. Ну вот и чё. Ну вот и чё. Какой нафиг альфа? Там ты хотя бы обычного найти. Пришел на это озеро. В смысле, ну, во-первых, там место спавна. Точнее, здесь место спавна. А во-вторых, думаю, озеро, ну, как бы все-таки возможно, может быть, надеюсь, ну, хотя бы Каркинаса найду. Все-таки здесь намного легче найти. Потому что площадка большая. Видно сразу же всех. Вот, и как бы уже немножечко полегче. В этом плане будет. Такс. Давай, вылази, мать твою, за ногу. Ой, иди ты в жопу. Дебилоиды. Не, конечно, был бы самый кайф, если бы сейчас вот я прям такой, о, вау, зачищаю карты, и бах, альфач появляется. Это было вообще бы клево. Вот, но это, конечно, это... Альфа-Василиск, короче, появляется. Вот это был бы прям кайф. Но, блин. Не знаю. Я не настолько везунчик. Это я не... Это прям, не знаю, это везение, короче, на год вперед я должен все свое потратить, чтобы так произошло. Так, сейчас задыхаться опять начну. Я тоже задыхался, блин. Ну вот, я же говорю, из Каркинаса, смотри сколько. Их найти легко. И озеро большое, и легко найти. Единственное, только эти... Кнедарии, твари, и все. Да, раздражают. Своим присутствием. Да, вот Альфа Каркинаса, да, я могу здесь найти. Да. Мне Василиск нужен. Каркинус я и так знал, что я легко могу найти. Ой-ой-ой-ой. Ну, зато Дрейка подкачиваю. Вот. Вот эти козлы. Седла убивает. Так. Вау! Спасибо за электрошок. Не стоило беспокоиться. Мне и так было хорошо. Вот сколько я уже Каркинас завалил здесь? О, не счесть. Не, ну счесть, конечно, но мне лень. Василисков нету. Хотя здесь зона спавна Василисов. Отведите жопу отсюда. Дерутся не там. Так, где я тусуюсь? Ну да, вот, кстати, вот здесь что по большей части зона спавна. Ну, и это логично, здесь суша. Вот, надо вот сейчас здесь побегать. Может, повезет. Так, спастрались, разойдись. Дорогу инвалиду, блин, застрял в дереве. Да, это не дерево, это металл. Да ты серьезно? Вылези тогда уже. О, имбецильное это создание. Отлично, выпрыгнул. Я устал. Я устал вот это искать. У меня уже сил нету, блин, реально уже просто сил нету. Не, в целом сегодня устал. Сорян, я зевнул. Это делать нельзя, но... Я ненавижу гринд. Я ненавижу гринд, я ненавижу фарм, я ненавижу, когда тебе нужно делать одно и то же действие постоянно. Это невыносимо.
Поэтому искатель фачей это самое отвратительное. Ой, там у меня перевес, там, мать его за ногу, какой. Там я от безымянного, как вариант, может просто не появиться у меня. А! О, надо пожрать. Ладно, еще чуть поищем. А вот повезет. Не, конечно, войсков не нашел. После того одного. Ну, сколько везде кругалей не нарезал, но зато и нашел огромнейшее поле металла. Вы посмотрите, вот все, что синенькое, это металл. И это очень огромное поле с металлом. Прям классно. Жаль, я его раньше не нашел, когда мне нужен был металл. Там приходилось аж в красных этих, на красных территориях тусоваться металл вот этот по-нормальному. Ну, прикольно. Прикольно, я теперь знаю, надеюсь, я запомню. Если мне еще нужно будет куча металла, я сюда приду обязательно. Но это прикольное место. Это вот дофига металла. Но пока что не везет, так и не везет. Да. Совершенно не везет. Я не знаю, что делать. Вот честно, я не знаю. Нет, в целом я чешуек, по идее, это залутал. А сколько мне нужно-то общее чешуек? 4 и... 8? То есть 4 и 8. 4 есть? Не, слушай, вообще-то я не залутал. То есть для альфача, к примеру, я не залутал. То есть даже для этого у меня не хватает. Офигеть. То есть для бета, ну ладно, для бета хотя бы залутал. Да, мне нужно, для бета залутал. Уже хоть что-то. Так, что у нас тут, где я лазю? О, это я что, по поверхности что ли выхожу? Прям близко к поверхности выхожу. Ну, здесь они по идее не должны тусоваться. Ну да, там, слушай, уже, походу, делал выход на поверхность. Мне туда явно сейчас не нужно. Хотя сейчас ночь, можно и выйти. Но мне явно туда не нужно сейчас. Ё-моё. Ладно, давай еще чуть-чуть побегаю, пошарюсь. И пойду уже спать, пошло оно все в жопу. Да, так и сделаю. О, аж целых двоих нашел. Нифига себе. Обалдеть. Ну-ка, где вы тусуетесь вообще? О-о-о-о. Не, ну, я так скажу, хотя... Просто, ну да, слушай, здесь прям найти это надо прямо умудриться. Так. Как тебя вытащить здесь, тварь? Слушай, почему иногда вы сами вылазите, а? Не-е-е. Котел. Да пошел ты. Не хочет он вылазить, собака. Так, отлично. Еще одна чешуйка. Угу. Сюда идем. Так, и тут еще один Вася был. Не понял, где? Ё-моё! Вася, ты где? В текстуре, что ли? Не-не-не-не-не, Вася, давай ты в текстуре не будешь тусоваться. А, не в текстуре, фу, слава богу. Не, честно, я уже настолько привык, что они в текстуре спавнятся, что прям, ну, в целом все в текстурах спавнятся. Что я бы не удивился, если честно. Так, ну-ка нафиг. И еще одна чешуйка, отличненько, уже здорово. Да, с... Васьками это вообще фигово. Я бы так сказал, я даже удивлен,
Так мне легко заспавнился такого левла Васька, когда я его томил. Прям вообще как он попался такого левла. Прям вот там конкретно повезло, здесь уже все. То есть, когда ты пытаешься найти еще хотя бы даже альфача, то это все, это просто забей. Это просто кошмар, это просто забей. Да уж. Не, бесполезно. Бесполезно. Я опять уже по какому кругу прихожу на это озеро. Давай сейчас глянем на наличие альфа Каркинаса. Вдруг запомнился альфа Каркинас. Альфа Каркинас. Ну, и что я говорил? А я говорил, что у меня быстрее альфа Каркинас появится, чем... Я даже не набил нужное количество Васьков, чтобы у меня нужное количество Васьков было. А тут уже альфа Каркинас. Ну, вы понимаете, да, насколько абсурдность всего этого дела. А мне еще альфа Васька надо. Ну, как? Как? Так. Не альфа Васек, альфа Каркуша нужен. Нет. Не ты. Иди в жопу. Э, алло! Иди сюда! Ты голову свою сюда пихаешь. Я говорю! Жирнич! Жирнич, иди сюда! А, он не отображается, что загрался. Отлично. Мне пофигу на это дело. Ух ты, какой жирнич, а? Ты посмотри, 12 левела, какая жирнич, а? Не, ну ты, короче, конкретно рываешься, я смотрю. Не-не-не, короче, братан, надо тебя валить. Я хотел, короче, тебя, конечно, этим завалить. Дрейком, но... Был шанс, что я сдохну. Это уже беда. Ну, не завалил, да. Хотел завалить Дрейком, чтобы Дрейка подкачать. А в итоге что? Правильно, чуть сам не сдох. А чё он только схватился тварь за меня? Ладно. Офигеть. Сейчас, если еще один альфа Каркинас появится, это будет тренда, я бы так сказал. Нет, нету. Ну и пошли все в жопу, короче. Так, и вот сюда. Вот такая вот фигня. Да, вот такой вот улов за... Ой, не хочу смотреть на время. Это в тупую потраченные часы моей жизни. Опять в очередной раз я иду фармить говно с рфачей. Только в прошлые разы я мог себе это позволить, так у меня было куча времени. Сейчас я это не могу себе позволить. Пошло оно все в ну, вы поняли. Посмотрим, что будет в следующий раз. В следующий раз пойдем на риперов. На сбор желез с риперов. И... Куда я пошел? Домой. На сбор желез с риперов и жнецов. Томление жнецов. Вот. Посмотрим, что из этого выйдет. Если там будет все хорошо. Вообще, какие-то... Короля Рипера надо убивать. Ой, кошмар. Там тоже, короче, еще та срань господня. Ужас. Ужас. Как бы не сказать. Хуже. Вот такая вот фигня. Ну, а на сегодня уже все. Я просто потом, знаешь, обычно лут добуду, а вот альфа, что там с альфа Васька, вот это вот и все потом... Когда уже последний босс, последний альфа будет, я просто выдам себе и все. Пошел все в жопу. Ну, честно, я уже устал. Так, ну-ка пожри там, не помирай, козел. Все, нафиг.
пойду я спать. Я устал еще сильнее, чем после рабочего дня. После рабочего дня я тоже устал, мне гизло. Все, наверное, все. Как говорится, вам спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк там. Короче, ну, вы знаете, что делать. Где-то там у меня. Почему ты гнида не машешь, а? Сожаление. Простите, все, больше я уже не могу. Все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока. Ну, по голосу чувствуете, что не то, что было в начале. Все, пока.